Я отошли. Вот что значит душа лежит к эндуро. На самом деле я просто катаюсь, нужно мне кое-что посмотреть. Поэтому вот такая вот история. Вообще, всем привет, дорогие друзья. Не забывайте то, что я разыгрываю мотоцикл, поэтому активно подписывайтесь. Давайте быстрее набьем 10 тысяч подписчиков и разыграем данный мотоцикл. Но также я меняю немного рубрику, я хочу внести некоторые изменения. Не по поводу розыгрыша именно данного транспорта, вот данной теме, а именно давайте на каждую 1000 подписчиков я буду что-то разыгрывать. Это будет очень актуально, я думаю, всем интересно, мне и вам. И как раз посмотрите, как это все будет выглядеть, чтобы для достоверности вашей и подтвердить мою серьезность, что я разыграю действительно честно среди своих подписчиков и так далее. То есть, давайте я вам расскажу условия, как это будет выглядеть. То есть, как только мы наберем 1000 подписчиков, вы должны будете что сделать? Подписаться на канал, оставить один любой комментарий, и ваш канал должен быть открыт для того, чтобы я через комментарий рандомно, когда выберу какого-то победителя, мог определить вас. У вас должна быть какая-то почта указана. То есть, если у вас есть созданный канал, вы должны прикрепить туда электронный адрес, чтобы я мог с вами связаться. Мы это все будем делать, разыгрывать в прямом эфире на YouTube-канале Just Run. И все. Вот так вот просто, в принципе, это будет работать. Если будет что-то непонятное, я условия выложу в описании под видео, ну или же можете написать, я вам подробнее еще раз расскажу. Что вы, собакены? Я вас слушаю. Нет. Зачем? Сильно занят. Не особо. Сейчас. Не особо. У нас есть 75 гривен. Ого. Мне надо, чтобы ты, если ты можешь, по очереди, соответственно, недогорки. На недогорки? Ничего себе, да не. Слушай, ну на недогорки ехать, блин, за 75 гривен. Так как ты едешь, это минут 5. Так вот именно, какой расход, а какие дороги там печальные? Нет, везешь. Там печальные дороги. Не отвезешь? По факту нет. Все, а что вы здесь забыли вообще? Я живу вообще в Кремичевке, дача рядом. А. Надо срочно недолго. Так там же ж пацаны таксисты стоят. Или такси? Ну вот следующий на фиолетовой Volkswagen. Не знаю. Но вдруг скажет, ой, девочки такие красивые. Да сюда, ладно, за 75 так и быть отвезу. Я бы отвез, дороги печальные, реально, так не хочется ехать. Ну да. Там вот этот пластик вот этот, он весь развалится там. Мне кажется, если бы ты был на машине, ты бы отвез. На машине, да, запросто. Проехал с собой, посмотри. Че, да просто подойдите, здравствуйте там. Просто он отошел, они вдвоем только что отошли. У нас на ZX9R, как у меня. Опять покатаем, повалим по городу. Очень будет интересно, я думаю. Уехайте! Никто не успевает, думаю, показывает.
как раз к нам присоединится. Как я вас засек? Нормал. Где этот? Пел такой. I'm still equipped, touch my bag, 100 rounds, yeah, this the extended clip, 50 chains, hidden in my safe, that's some expensive shit. В принципе, покатались, я думаю, очень интересно было. Вы оцените это пальцем вверх, оставьте комментарий, будет интересно почитать. Также надо купить тормозную жидкость, вот что-то задний тормоз пропал, я думаю, что-то там разжался болтик. Нужно будет поджать, давить, развоздушить и поедем дальше, потому что если катать на заднем, он обязательно нужен. I said I'm that legit. Yeah. Hey, cause back when I ain't shit, they was cl- У нас вообще тут такая дилемма вышла, мы не знаем, какой стороной ехать. Или я очкую проезжать с выездом с заправки, с поворотом налево и ехать на город. Говорит, давайте поедем через пожарку сразу направо. Думает, что его остановят. Это вообще, ну блин. Hits that you put out, bitch, you can't afford it. I'll pay your shooter double, and we gon' see you truly loyal. Knock that fucker shit off. These bo- А знаете, кого он боялся? А вот смотрите, кто это такие справа стоят? Yeah, I'm still talking. Fuck you gon' do about it. Yo, my money's on nothing. Either way, I'm on double. Ну вот и идет завершение нашей видео сегодняшней по катухе. Ребята, прошу вас, опять же, давайте поднимем активность, больше подписчиков, каждую 1000 подписчиков я буду что-то разыгрывать, будет интересно. Ну вот опять еще друзья стоят, блин, любят они грузовички останавливать. В общем, ребята, делитесь этим видео, каналом, с каким-то описанием, небольшим в соцсетях, вообще везде максимально репост. I said I keep it legit. Hey, yo. Yo.